сантиметров, наверное, 20 свободного места, куда она не доходит. Дворник располагается намного ниже. В спинках у них ничего нет, по крайней мере, в моей, и вот 21-го года партии все есть. И то я считаю, что не сильно равномерно. Есть вот эти холодные участки, где просто будет постоянно замерзать или запотевать. Опять же, температура в салоне 20 градусов. На термометре он показывает 44, 16,7, 17, 17,5. И пошел в космос. То есть он будет из этих печек постоянно выдавать там 45-50 градусов. Друзья, как и обещал, хочу для вас снять, как работает у этой машины все подогревы и насколько грамотно и правильно работает климат-контроль. Вот смотрите, в каком месте у нас заканчивается зона покоя дворников. То есть вот идет эта часть, и вот где-то наполовину щетки она у нас заканчивается. Но ее сейчас здесь не видно. Ну вот, чтобы подробнее было, как это выглядит. Но при этом у нас еще остается где-то здесь, не знаю, сколько здесь, сантиметров, наверное, 20 свободного места, куда она не доходит. Вот так вот расположены зоны покоя дворника. Это у нас получается левая часть. По правой у нас все четко, где заканчивается дворник. В этом месте у нас, соответственно, располагается конец нити. И вот у нас эта нить, она здесь видна. Так вот она выглядит на тепловизоре. Надеюсь, что-нибудь будет здесь видно. Ну, в принципе, и так видно, вот понятно, вот она проходит. Что касаемо задней части, как выглядит подогрев, все равномерно, все хорошо. Единственное, вот здесь вот дворник располагается намного ниже, чем находится нить. Смотрите, как выглядит подогрев сидений, как выглядят эти зоны. Спинка как проложена. То есть, кто говорит, что в спинках у них ничего нет, по крайней мере, в моей, и вот 21-го года партии все есть. Все видно. Касаемо руля. На данный момент руль подогревается. Если даже вот приглядеться, вот так вот выглядят нити. Вот смотрите, только включил вот эту зону, именно заднего сидения. Вот он начинает потихонечку нагреваться. С этой стороны быстрее, с конца сидения. Здесь немного подольше, но тоже разогревается. По спинке никаких нитей не идет, только вот на сидении. И то я считаю, что не сильно равномерно, судя вот по этим местам, есть провалы. Но, в принципе, пассажиру заднему нормально, удобно. Вот смотрите, вот так вот выглядят те зоны, до которых просто не достает обдув лобового стекла. То есть вот он у нас здесь в средней точке начинается, вот посерединке. И здесь у нас мертвая зона, здесь, естественно, он не достает. И вот здесь у нас тоже мертвая зона. Справа-слева он не достает. В принципе, это логично из-за расположения вот этих дефлекторов. Но я наглядно это вот вам показываю, что есть вот эти холодные участки, где просто будет постоянно замерзать или запотевать. На данный момент температура в салоне 21,2 градуса. А здесь у меня выставлено 20 градусов. Сейчас посмотрим вот таким вот контактным термометром на выставленный обдув лобового стекла в той части, какая будет там температура. Опять же, хочу отметить то, что климат-контроль на данный момент отключен.
Я вручную выставил 20 градусов и вручную поставил скорость средняя. Вот. Опять же, температура в салоне 20 градусов, и у нас на термометре он показывает 44 и растет, ну, 44 с половиной градуса. Он вот на данный момент пытается нагнать в салон такую температуру. То есть, опять же, не 20, как указано, а 44. Сейчас я включил климат-контроль. Он автоматически почему-то включает еще дополнительно кондиционер. Также осталось на 20 градусов. Он скинул, получается, этот обороты вентилятора, да, скорость вращения, и перенаправил вниз. Но если посмотреть через тепловизор, то вот конкретно здесь с дефлекторов дует ровно так же. С этих дефлекторов дует ровно так же, 46 градусов. С этих, с участков лобового, ну не так сильно, но тоже в принципе там 35 градусов. Что касаемо ног, есть вот участок, в котором температура сейчас под 42 градуса. Оттуда вот как раз и дует теплый. Но, опять же, не 20 градусов, как выставлено. Здесь вот тоже внизу есть участок, откуда-то тоже дует порядка 45 градусов. Опять же, повторюсь, температура в салоне на данный момент 21,5 градус. Температура в ногах, если мы спустим до самого конца, да, туда, в ногах, 22,3. Смысл климат-контроля, да, который в принципе пытается нагнать сюда максимальное количество горячего воздуха, при этом когда в салоне уже температура выше, чем выстроена по климату, то есть он будет из этих печек постоянно выдавать там 45-50 градусов на постоянной основе, сколько вы бы здесь не выставили. Вот если посмотреть, ну, то опять же, стоит все в ногах. С этой печки он сейчас на данный момент дает 35,6 градуса, 35,7. Если посмотреть отсюда, с дефлекторов, которые на фронт, в фронтальной части, здесь у нас уже под 40 градусов. Опять же, я ничего не переключал, все так же оставалось в ноги, так называемые, но он при этом ничего не перекрывает. Также вот смотрите, переключил сейчас на 17,5 градусов, он вот то в ноги, то на лицо, ну сейчас вроде устаканился, стал на лицо. На данный момент у нас температура поверхности 34 градуса, точка, которая показывает, 27 градусов. С этих частей то же самое. Оттуда у нас получается 32, максимальная точка 32 градуса. А минимальная температура у нас вот на данный момент 10 градусов, 9,8, 9,7. Все, она начала падать. Это при учете того, что сейчас у нас еще включен кондиционер, да, 10 градусов. А опять же, еще раз выбираю следующую грань. 17,5. Шестнадцать и семь, 17, 17,5. И пошел в космос. 18,6, 18,7, 19. Ну вот, установленная температура 17,5 градусов. Здесь у меня термометр показывает 20,7. В принципе, ну, разбег есть, но не сильно существенный. Сейчас мы поставим там на 20, на 21, на 22 градуса. Посмотрим, сколько здесь будет температура писаться.
Вот смотрите, 21 градус, ровно такое же положение печки, скорость я имею в виду. Вот, здесь у нас 34,7 градуса. До 35, ну, он поднимается потихонечку. Я думаю, где-то до 37 даже может подняться. Вот так вот работает у нас эта печка.